Саратов, кольцо НИИ. К полицейским в буквальном смысле с мольбой о помощи обращаются родители 4-летнего мальчика. Ребенок в крайне тяжелом состоянии, требуется срочная госпитализация. Цена промедления – жизнь малыша. Здесь на кольце НИИ было столкновение между двух машин. Прибыли сюда для оформления дорожно-транспортного происшествия. К нам обратился мужчина, на руках у которого был ребенок. Сразу было понятно, что ребенок находится в критическом состоянии. У него были судороги, конвульсии. Ну, нами было сразу принято решение доставить в медицинское учреждение. И вот патрульная машина с сиреной и проблесковыми маячками срывается с места в сторону ближайшей больницы. В пути отец ребенка отчаянно пытается привести его в чувство. Мы проследовали в 3-ю городскую больницу. Во время движения связались с дежурной частью и сказали, чтобы они поставили приемное отделение 3-й городской клинической больницы в известность, чтобы нас встречали. Экипаж мчал по ночным улицам, стараясь выиграть спасительное время. Тревога читалась и на лицах полицейских. Но их опыт и профессионализм уверенно вели патрульное авто к намеченной цели – приемному отделению больницы. Итог – помощь оказана своевременно, жизнь малыша спасена. Течение заболевания, прогноз заболевания, осложнение заболевания во многом определяются тем, насколько своевременно оказана медицинская помощь пациенту, насколько своевременно начато лечение. И сотрудники Государственной автомобильной инспекции оценили состояние, ситуацию, своевременно, быстро сопроводили родителей и ребенка в нашу больницу, где была оказана медицинская помощь. Ту тревожную ночь точно никогда не забудет отец ребенка. Несмотря на счастливый финал, начало истории было ужасным. Уже детское время было, спать ложиться, он готовился. Все, итоги он отошел на пару минут, подходит, рука в груди, папа хотел слово сказать, и у него, смотрю, глаза уходят, и руки зажались. Я уже понимаю, что-то плохо ему. Давай бегом быстрее, машину завожу, прилетаю сюда, вижу сотрудников ДПС, патрульные машины, здесь ДТП было. Повези моего бездвижного ребенка, первую помощь оказать. Я очень рад нашим сотрудникам, дай бог таким сотрудникам здоровья и побольше. После всего произошедшего можно сказать, что полицейские и врачи подарили дружной многодетной семье еще один праздник – второй день рождения сына. И, как водится, в таких случаях подарок на память – вещь крайне необходимая, обязательно с проблесковыми маячками. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.